Белгородские госавтоинспекторы перешли на усиленный вариант несения службы. С 5 по 12 августа на территории города проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Госавтоинспекторы совместно с участковыми, муниципальной стражей и общественниками дежурят на 33 нерегулируемых пешеходных переходах города. Такое внимание связано с неутешительной статистикой. Дарья Маслова о причинах нарушений и их последствиях. Немолодая женщина переходит дорогу не по пешеходному переходу, а там, где ей удобно. При этом чуть не попадает под колеса авто. Водители не спешат пропускать нарушительницу. Причем даже в этой ситуации женщина чувствует себя правой. Тогда почему нарушает? Ну, нарушает, а другой вопрос, что... Должны переходить проезжую часть по пешеходному переходу, правильно? Правильно. Ну, в чем дело? А вы сделаете на пешеходном переходе светофор. За такое нарушение положен штраф 200 рублей, однако документов у гражданки с собой не оказалось. Еще один пенсионер пересекал проезжую часть по той же запрещенной траектории. В беседе с госавтоинспектором мужчина выбрал иную тактику. Да я даже не представлял, где здесь переходы. Переход находится в 50 метрах. Ну извините, я первый раз здесь просто хотел в магазин зайти. А ведь такая самостоятельность и беспечность приводит порой к необратимым последствиям. За 7 месяцев этого года в Белгороде совершено 63 наезда на пешеходов. Трое погибли, остальные получили ранения. Кроме того, увеличилось количество наездов на детей, причем по их же вине. Один из таких случаев произошел здесь, на улице Степной. Иномарка наехала на 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Последовал дурному примеру взрослого человека и решил перебежать проезжую часть не пешеходного перехода, несмотря на то, что вблизи есть два пешеходных перехода, по которым можно было пройти проезжую часть, соблюдая все правила дорожного движения. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травму, был доставлен в детскую областную больницу, а после оказания помощи отпущен. В целях профилактики инспекторы ГИБДД активно общаются с самыми маленькими участниками движения, беседуют на тему дорожных правил и дарят подарки. С 5 августа в городе проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Внимание, пешеход!». Усиленное дежурство проходит на 33 нерегулируемых пешеходных переходах города. В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий и стабилизации обстановки с аварийностью на территории города Белгорода в период по 12 августа отдельный батальон дорожно-патрульной службы переведен на усиленный режим несения службы. Кроме того, проводятся ежедневные мероприятия с участием сотрудников ГИБДД, участковых инспекторов, общественных инспекторов по линии госавтоинспекции. Закончится профилактическая операция 12 августа. Дарья Маслова, Дмитрий Еремок. К этому часу. Белгород.